Зрение я потерял, в одно мгновение, поэтому я не могу ничего сказать. Было зрение, и просто темнота стала, и все. Но у меня травма была, я в деревне отдыхал у бабушки. Ну и там заготавливали дрова, просто помогал. И решил, так сказать, поуправлять лошадью что-то. Ну и вот мы ехали на, повозке, телеге, как это назвать. Ну вот я просто управлял там и неудачно поуправлял. И просто копыта мне прилетела в область лба, и вот сразу зрение и потерял. Подножка. Номер 5, орбита юниорская, командный персональный пол. Здесь. Так, по сигналу. Ждем. Здесь. Давай. Ага. Лёх, ты туда уйди чуть-чуть. Морились? Где? Хорошо. Я тебя. Да, хорошо. Я туда пойду. Готовы здесь? Вы не вперёд, чёрт, сел. Здесь. Ой. Сначала просто была надежда того, что восстановится все, прооперируют, там уже все равно был переносица была переломана, там собирали очень долго, меня оперировали, там даже более 3 часов. Держащий мяч. Мне кажется, это больше кипером надо двигаться. Телевизоры дарили на каких-то ставропольских соревнованиях, рассказывали. И много-много таких фишек. Фонарики. Ну вот же, все сейчас на фейере. Давай. Так, стоять. В школу уже как-то все равно начал ходить, потому что там мама узнала, что есть школа для незрячих в Москве.
Ну вот я туда пошел, просто смысл как бы сидеть, что-то ждать. Пошел в школу сразу, ну как бы уже немножко адаптироваться начал. Ну ждал, а потом как бы сначала это воспринималось, ну ладно, что попробую, почитать там слепую, тоже интересно. Я же 2 класса закончил, по сути, массовой школы. А потом просто уже как бы осознание пришло того, что нечего ждать, надо уже пользоваться чем есть, ну что осталось, ну и соответственно как бы развиваться уже по-другому немножко. Преподавал, работал, пришли слепые, поставил их играть, ну, думаю, прийти, посмотреть же, что это. Ну, зашел, конечно, обалдел там. Действительно, мяч звонкий, бросают. Б1 это, скажем, ну, первая группа инвалидности в основном. И ребята настоящие слепые, ну, с рождения не видят, либо вот есть там в команде у нас парень, у него 2 протеза. Самый, ну, честный, благородный, вот они очки одели, все в равных условиях, играют только на слух. Хотя, конечно, тот, кто не видел с рождения там, или, ну, который ног, намного сложнее тренироваться, и по мячу попадать, и представлять ворота, ну, все сложнее. Хотя там многие дилетанты выступают и говорят, что у них все обострено, круче. В Испании вот первый чемпионат проходил, второй, на котором мы были, во Франции, в Англии, ну, в Германии последний проходил, в Италии. В принципе, они как бы чуть повторяются, в основном это, ну, где развивается Англия, Франция. Сразу, да, понимаешь, что ты где-то не в России, потому что даже цикады те же самые, птицы поют по-другому. И ну, в каждой стране запахи совершенно другие. Саш, держи. Все? Таньки переодела. Будешь ждать, говорят? Какой-то вот сбор был такой, ну, совместный, там, ну, и мужская сборная была, и женская. Ну, и вот мы, в принципе, первый раз познакомились на таком сборе, а потом уже просто как бы общались, поддерживали отношения. Потом уже где-то в 2009 году поженились. Нет,
We'll be right back.